паркуемся на паром. Настал тут долгожданный час. Так машины заезжают. Люди поднимаются наверх. Такая вот штука. Как всегда ехать, резкости, наверное, нету. Собирают билетики. Ага. Тетенька, собираем билетики. Приехали, так мы с ней, собственно, продолжаем. Вот так заезжают машинки, грузятся. Так, а я хочу подняться наверх и посмотреть на все это дело сверху. Такой зал красивый, там барчик, где там продают всякие напитки разные. Все, пойдем посмотрим, что там дальше. Вот тут такое кафе. Уютненькое. Да. Интересненькое есть. А тут кондиционер в этом кафе работает. Вот я хочу вон туда наверх подняться. Так, машины паркуют. Вот там будет выезд уже на другой стороне. В Керчь, когда приплывем. Вот это все в машинах. Этот радостный момент наконец-то наступил. Так, я хочу наверх еще подняться. Ура! Так, тут тоже стульчики, такие сиденья. Народ отдыхает. Меня. Загрузили на паром. Что-то грузится паром. 20 минут удовольствия. Вид сверху. Тут миграция по всему парому происходит. Везде люди, кто где. Главное потом найти свою машину. Он плывет, буксирчик. Не знаю, насколько хорошо видно. Видимо, он будет помогать отплывать нашему паромчику. Ох, люди мигрируют. Выстроились в ряд машинки. И все ждут отплытия. Итак, мы начинаем отплывать. Я хочу с той стороны еще поснимать, как мы будем отбуксироваться. Сейчас я поснимаю, как мы будем отбуксироваться от порт Кавказ. Ой! Ага, аккуратно. Не можешь за руку идти, а? Будем отбуксироваться. Все внимание сюда. Сейчас будем отходить. Прикольно это. Вон работники якоря снимают. Будут ногой отталкивать. О, там уже.
там был внизу, мы с тобой смотрели, как это. Ты же куда это? Мимо. Подтянут. Нормально. Видишь, подтягивает. Клоукина. Баба! Отчаливаем новый паром, приплыл. Все,
этот уже передней фары зажег, он уже готов выплывать на причал, да, он уже завелся. Да не, он сейчас будет парковать еще его. Заводят моторы и быстро выезжают. А там товарищи грузятся, заезжают на паром. Мотор заводят. Люди так торопятся. Не, ну правильно, правильно. Пусть выезжают, не задерживают салон. Опустят и все выезжать начнут.